Сорт томата летний зеленый. Это вот такого зеленого цвета плоды, которые даже при полном созревании остаются зелеными. Могут слегка вот только вершинки, верхушки иметь розовый оттенок. Это среднеспелый сорт. От высадки рассады до сбора урожая проходит 100-110 дней. Это, как я уже сказала, низкорослый сорт серии «Гном». Высота куста до 50 сантиметров. Очень урожайный сорт. Плоды бывают весом от 150 до 400 грамм. Сорт выращивается как в открытом грунте, так и в тепличных условиях. Можно формировать этот сорт, а можно оставить расти его так, как он растет сам. Томат в разрезе многокамерный, очень мясистый и очень сочный. У него такая сливочная сладкая мякоть, и у него аромат с такими тропическими нотками. Очень вкусный томат. Это томат салатного назначения, но также с него можно делать различные заготовки. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.